Всем привет, дорогие друзья, с вами Зиган, и мы продолжаем играть в «Назад в будущее», первый эпизод. Мы остались на том, что нашли Делориан, типа, о, Делориан, игра еще провисает, это вообще не вовремя. Ну, по логике, если пойти, надо дать ему понюхать башмак. Единственное, что он нашел. Башмак. Что тебе известно об этой туфле, Эйни? Если игра, господи, кажется, начнет провисать, вам придется остановить записи, перезайти в игру. А в крайнем случае перейти на бандикам. Интересно, что-то Фрапс у меня провисает вот в таких игрушках. Понятия не имею почему. Так, куда там мы уже добрались? Как это поможет мне найти док, Эйни? Давай. Отошел. Звонок. Стриклинд. Отойди от двери! Ай! Стой! Как я говорил, игра провисает, извините за это. Эйнштейн! Так я и думала, хулиган! А ну, проваливай отсюда! Вон! Ах ты хулиган! Я не хулиган, мэм! Я обычный подросток! Я не вчера родилась, юноша. Это не ты или негодяй, каждое утро с 8 до 8.30, сломя голову, носишься на скейтборде по центральной городской площади? Да. Все скейтбордисты – хулиганы. Логично. Правда логично? Давай, у меня есть кое-что для вас. Вы меня откроете? Я хочу вам кое-что показать. Что это? Дай-ка взглянуть. Фак ей, покажи. Ну, в принципе, туфлю я не знаю там. Туфля? И что мне с ней делать? Понятия не имею. Блин, выйди. Постой! Ты хорош. Вот она, ее туфля такая же. На идиота посмотрел, туфлю держит. Показал. Поставь этого зверя снаружи! Прости, Эйнштейн. Ага. Эйнштейн. Итак, что-то ты не особо торопился. Тут столько ступенек. Чтобы вернуть мне туфлю. Я потеряла ее 100 лет назад. Можешь поставить рядом со второй. Так, гораздо лучше. Теперь полный порядок. Я полагаю, ты ожидаешь вознаграждения. Нет, я... У меня есть только чай и конфеты. Но... Прости за то, что я назвала тебя хулиганом. Я стараюсь не спешить с выводами, но 9 из 10 жителей нашего города – самое настоящее хулиганье. Можешь мне поверить? Окей. Ах, вы все хулиганы, дружище. Присаживайся, сынок. Куда? Эй, детишки! А ну, быстро бросьте сигареты! Ха-ха. Стриклинд. Кстати, я вспомнил то, что из фильма Стриклинд такой лысярик, который в школе как бы. Нет? А это замдиректора Стриклинда. А, вот, да. Малыша Джеральда невозможно было оттащить от маминых нарядов. Шериф Стриклинд. Это мой дед. Его застрелил бешеный пёс Таннен более 100 лет назад. Отсылка к опять-таки к фильму. К фильму отсылка. Опять-таки к фильму. Радиатор. Конфеты. Этим конфетам больше лет, чем мне. Фу, блин. Видите, все рассыпчатые. Кошачьи миски, а кошка нету. Кассеты. Радиатор, что за радиатор? Ну, жарковато здесь.
чаю и вернусь. Ничего не трогай. Незачем изображать свистящий чайник, когда она и так на... Подростки врезались в грузовик с навозом. Хорошее фото. Отсылка опять-таки к фильму. Кто не в курсах? Бинокль. Не возражаете, если я воспользуюсь биноклем? Игра, не провисай, пожалуйста. Че ты меня просил? Запись прервалась, писать. Дрянь он смотрит. Просто отъявленный похабщик. Надо бы мне... Его папаша. Если тут и спрятана подсказка, как найти Дока, то я ее не вижу. Даже не знаю, с чего начать. Можешь с ней попозарить. Короче, я имею в виду то, что может мне уровень графики снизить, и Фарапс будет нормально записывать. А, мистер Риклен? Сэр! Где она? Я знаю, зачем вы спрятались за этим деревом. Откуда она видит? На дом смотрит и все. Как вы потеряли туфли? Точно, отлично. Вы не помните, когда вы потеряли туфли? Туфлю? Туфлю. Вон ту туфлю. Ах, эту туфлю. Все тебе надо знать. Знаешь, никто не любит тех, кто лезет не в свои дела. Но... Сейчас, дай подумать. Да, припоминаю. Я потеряла ее в схватке с собакой. Когда же это было? Ах да, в тот день, когда сгорел подпольный бар. Подпольный бар? В Хилл-Вейле? Не удивляйтесь, юноша. Права на моральное разложение принадлежат отнюдь не вашему поколению. Грех пустил корни в Хилл-Вейле еще со дня основания города. Вау, подпольный бар! Наверное, это было круто. А правда, что джин пили из туфелек? Мне так бабушка рассказывала. Не идеализируйте прошлое, юноша. Во времена сухого закона городом заправляли гангстеры, а честные граждане тряслись от страха. И где он был? Я имею в виду этот горевший бар. Это было так давно. Если ты ищешь самогон... Да нет, мне просто интересно. Я изучаю историю. Не смеши меня! Он изучает историю! Ваше поколение хулиганов и бездельников ничего не понимает в истории. Вот это ФПС сейчас просел. Видеосалон! Что? Подпольный бар был хорошо спрятан от любопытных глаз, хоть и находился на центральной площади. Прямо на месте этого отвратительного видеосалона. Значит, здание видеосалона построили после того, как сгорел подпольный бар. Как же давно я в эту игру не играл. Я помню. Смотрите на звезды? Нет, я изучаю более приземленные вещи. Неужели это? Пропусти. Извините, что отвлекаю вас. Просто пропустим, мне не интересно, что на базаре. Так, давайте бинокль. Можно мне взглянуть? На здоровье, голубчик. Вот он, ваш видеопрокат. Перестроен на феврале 32-го года. Значит, пожар случился до того, как... Но когда? Мне нужна точная дата. Не Нет. разглядывай меня. Газет дофига. Я слишком стара для тебя. Обосралась ног до головы. Ну, в принципе, у нее дохрена газет. Он знает, в каком году. Подпольный бар. Можно посмотреть. Свисток! Вот теперь вода действительно закипела. Бабырику. Посмотрим.
Начались строительные работы на месте сгоревшего бара, пропала певица, выставка в Хилл-Вэлли пришлась по душе публики, разоблачение... Ага, убит поджигатель подпольного бара. Прошлой ночью судебный процесс сменился классической местью, когда участники банды ворвались в полицейский участок Хилл-Вэлли. Безработного некоего... ФПС, не проседай! ...подозреваемого поджоги подпольного бара вытащили... Карл Саган? Это же Док! Убит бандитами? Какая дата? 14 июня 31 года. Господи, я должен его спасти! Мои газеты! Простите, мисс Стрикленд, позвольте... Нет! Ты перепутал всю хронологию! Ты хоть представляешь, сколько времени мне понадобится, чтобы привести все в порядок? А-а-а! Вон! Убирайся, убирайся прочь! На помощь! Полиция! На меня напали хулиганы! Окей. Хулиганы. Ага. Хулиганы. Марти! Где ты был, сынок? И во что это ты вырядился? Разве я тебе не говорил? Я получил роль в школьном спектакле. Мы будем ставить... Грозди гнева? Точно! А, Стейнбек! И кого ты играешь? Ладно, можешь не отвечать. Что бы ты ни задумал, я уверен, ты знаешь, что делаешь. Верно? Я на это надеюсь. Знаешь, иногда приходится многим рисковать ради тех, кого любишь, так? Жаль, что мой отец этого не понимал. Надеюсь, ты ненадолго меня бросаешь. Оглянуться не успеешь, как я уже вернусь. Ты готов, Эйнштейн? Полезай давай. Ключи. Временные контуры работают, конденсатор магнитного потока конденсирует. Накапливает. Накапливает. Так, раз Дока должны убить 14 июня 1931 года, то мне нужно прибыть за день до этого и вытащить его. Почему не Надеюсь, за два дня? Что делаешь, Док? Почему вообще не за неделями, чтобы как бы предотвратить это, а? Вот логики нет просто. Просто нету логики, ну ладно. Хе-хей, погнали. Почему такие маленькие следы остались? Полиция и КВН. Гангстеры. Удрал же ведь. Машина будущего. На выставке Хилл-Вэлли этой осенью. И им обратно пешка до Ломати. Блин, так в Ломати. Он же запомнил эту дорогу наизусть. Мне кажется, он идет то во всех временах уже так ходил. В своем времени так прошелся, когда в первой части прошелся, во второй части в будущем. Не, в будущем он не проходился так. Окей, забудем. Эйнштейн, куда ты собрался, песик?
человек! Простите, молодой человек! А это вы мне? Кроме вас на улице никого нет, а мне нужно знать мнение людей с улицы. Вы, конечно, знаете о взрыве, который уничтожил подпольное заведение, в котором продавали спиртное. Да, я читал об этом. Что вы думаете о Карле Сагане, незнакомце, который в одиночку сделал то, с чем 10 лет не смог справиться закон, а именно избавить Хилл-Вэлли от алкогольной заразы? Да, можете считать меня его сторонником. Ответил молодой человек, широко улыбнувшись. Хилл-Вэлли нужны такие честные и молодые люди. Что бы вы сказали жестоким гангстерам, оскверняющим улицы нашего города и, несомненно, вынашивающим планы по созданию нового очага пьянства, безнравственности и разврата? Нет. Нет, не совсем. Вот это характер! Уничтожьте их равнодушие! Если мы перестанем посещать их заведения и прославлять их сомнительные успехи, они скоро покажут нам свою истинную сущность. Можно узнать, как вас зовут? Да, меня зовут... Майкл Корлеоне. Пусть будет Гарри Каллахан, я не знаю. Да, пусть будет. Гарри Каллахан. Спасибо за то, что поделились вашим мнением, мистер Каллахан. Эдна Стрикленд, Хилл-Вэлли Геральт. Я знаю, мы встречались, а я хотел сказать, что читал ваши заметки. Вы читали мои заметки? Как приятно! Понимаю, это всего лишь колонка о правилах поведения, но я верю, она даст толчок... Фуинштейн, назад! Эта мерзкая псина ваша? Однажды она на меня уже нападала. Что на тебя нашло? Агрессивных собак нельзя спускать с поводка. Есть такой закон, и вы обязаны его соблюдать. Уговорили, чуваки. Док, я должен найти Дока. Надо его найти. У него ходьбы. Удерживайте. Зачем, если я могу на VICD ходить? Ага. Ладно, во время ходьбы удержите. А. Даже так можно одной мышкой управлять. Я, кстати, впервые об этом думал. Узнал, точнее. Ладно. А сходим мы уже к нему в следующей серии. Так что, если вы здесь вдруг впервые, подпишитесь на канал. Может, я впервые поставлю вот на этот назад будущее в игре. Впервые поставлю аннотацию, но не суть. Так что, всем пока, ребят, и до следующих видео.